Я понимаю, есть нормальные журналисты, которые пишут за справедливость. А сейчас духота, жара, сауна, бля. Плюс 28-30. Деться некуда, ноги горят от жары. Фу. И он, сука, пишет, блядь, в смоленских новостях. Пидорас в Яндексе. На Смоленщину опять пришло лето. Фу, блядь, мразь. Мне твое лето, блядь, такое не надо, сауна, духота. Мразь, блядь, позорный. Хоть бы оно быстрее кончилось, это лето. Мне такое-такое, это не лето, это, блядь, сауна, жара. Деться некуда. И воду холодную нельзя. Уши, блядь, вообще не находиться, жара. Сука, козел ебаный. Журналисты, рядовки они там. В Яндексе новости пишут. Наконец-то, блядь, лето. Их ты, пидорас, как ты замерз, блядь. Или ты в шубе, блядь, сидишь. Петух. Тропики пришли в Ярцево. Северную Скифию, Россия, Северная Скифия. Пришли тропики, блядь, жара. Фу. Ну да, ехать обдываться холодной водой. Я вспомнил эту суку. Мороженое съел, немножко полегчало. Суку эту вспомнил. Опять пришло лето в России. Ты пидорас, это не лето, это сауна, дурак. Которая не надо. Вчера, блядь, целые сутки под холодной водой был, под душем. Ну и горят, все. У душ надо кидать, иначе все. Инсульт, и все. Не дай бог. Они, суки, еще мрази эти радуются, блядь, что такая духота. Чему тут радоваться? Фу, блядь. Плакать надо. Люди помирают, блядь, по всей России от этой жары. Ужас, нельзя в комнате находиться. Люди убегают. Ужас.